Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале «Сад Огород своими руками». И сегодняшним роликом мы завершаем обзор некоторых сортов, которые имеются в моей коллекции, клубники. Пока еще есть клубничная пора и есть о чем говорить. Я хочу обратить ваше внимание на такие три сорта. Ранне-средний «Черный принц», поздний «Зенга-Зенгана» и самый позднеспелый «Чамора-Туруси». Если мы посмотрим бегло на вот эти три чашечки, мы сразу увидим разницу в сортах. Итак, «Черный принц» – ранне-средний сорт. Свое название получил из-за того, что в спелом состоянии он имеет, видите, такой темно-темно-красный, я бы сказал, рыночный вид. Довольно плотная ягода, довольно увесистая. Ну, вот так она смотрится на кусту. Примерно вот такие кисти. Ну, давайте посмотрим, какой вес у этого сорта. Ну, это примерно средняя ягода. 28,9 до 30. Ну, если больше, понятно, что будет больше. 44 грамма. Ну, в среднем 30-35 граммов. Хорошо растет на песчаных и супесчаных почвах. Дает на второй-третий год уже приличный урожай. Очень хорошо переносит транспортировку. Следующий сорт — Зенга-Зенгана. Это очень старый сорт, но вместе с тем в наших краях почти у всех, кто занимается клубникой, имеется этот сорт. Ягоды, видите, ярко-красные. Средний вес ягоды 20-30 грамм. Вот здесь они как раз по среднему взяты. Ну, 22 грамма. Так примерно есть. Хорошая транспортабельность. Очень сладкий. Немножко с кислинкой. Но из-за того, что имеется много фруктозы в его соке, кислинка почти не ощущается. Достойный сорт. И третий сорт — Чамора-Туруси. Чамора-Туруси также в наших краях появилась уже лет, наверное, 20, японской селекции. Это одна из самых крупноягодных. Ну, вот это уже второй сбор, поэтому сильно крупные ягоды мы не нашли. Но достаточно и этих положить. Посмотрим, сколько она потянет. Ну, 39 грамм. Доходят иногда до 70 грамм, отдельные в нашей практике были. Ну, конечно, это не подряд все такие, но 43 грамма. Особенность в том, что транспортабельно, немножко требует выдержки. Видите, носик чуть-чуть белый. Значит, для того, чтобы ее реализовать или себе собирать, то нужно подождать, пока чуть-чуть он покраснеет. Тогда будет очень сочная, очень сладкая ягода. Урожайность с одного куста, особенно на второй, третий год, доходит до килограмма и больше. И это не просто слова, а действительно так оно и есть. Вот это все, что хотел я рассказать вам сегодня о трех сортах. Повторяю: «Черный принц», «Зенга-Зенгана», «Чамора-Туруси». Рад был с нашей встречи. До новых встреч. Всего вам доброго, мира и здоровья.